Skoda Octavia, которая выпускается с 2013 года, дождалась планового фейслифтинга. А вслед за ней обновилась и заряженная версия RS, причем сразу в кузове хэтчбэк и универсал. Несмотря на минимальные внешние изменения, Octavia стала более подтянутой, но пока непривычной, со своей сдвоенной оптикой, которая уже в базовом оснащении полностью светодиодная. Также появился измененный передний бампер с крупными воздухозаборниками, черная решетка радиатора и небольшой спойлер на задней двери. Octavia RS Liftback и комби технически идентичные автомобили и поэтому имеют различия лишь в оформлении кормы. Несмотря на более крупные габариты, универсал не потерял спортивный характер, а даже напротив, обладает вполне гармоничным силуэтом. В грузовом отсеке помещается от 610 до 1740 литров багажа. В салоне теперь обновленная мультимедийная система с 9,2-дюймовым экраном для топовой комплектации, отделанные алькантарой спортивные сиденья, алюминиевые накладки на педалях и пороги, украшенные логотипами RS. Но самое главное – бензиновый 2.0 TSI мотор, который после доводки развивает 230 лошадиных сил, разгоняя лифтбэк до 100 км в час за 6,7 секунды. Максимальная ограниченная скорость – 250 км в час. Также чехи предлагают еще более производительную прошивку для двигателя. С ней будет доступно 245 лошадиных сил и, вероятнее всего, разгон до сотни в районе 6,5 секунд. Дизельная версия Octavia осталась неизменной. Прежний мотор развивает мощность 184 лошадиные силы и доступен как с передним, так и полным приводом. За спортивный характер будет отвечать прогрессивное рулевое управление, система динамического управления шасси и система, имитирующая звук спортивного мотора Performance Sound Generator. Эксперты автопанорамы с нетерпением ждут встречи с похорошевшей чешкой. Надеемся, что тест-драйв обновленной Octavia RS уже не за горами.